раз видно. Только раз. Красота. Кажется, что совсем на небольшую горку влез, а вид открывается удивительный. Поднимаясь в гору по широкой просеке, я иду по звериной тропе. Просека шириной 50 метров. Пару лет назад ее почистили, но она уже к этому времени заросла тонкими деревьями. По такой местности понимаешь, что в случае чего деревьев больших рядом нет. И, если что, взобраться на них будет невозможно. Передвижение по таким просекам всегда риск, если ты идешь без оружия, если не считать рогатины 2-метровой против
кабана-сыкача – это рогатина, просто щепка. Идя в горы, всегда брал перцовый баллончик, но я его потерял, и такая защита, как баллончик, это скорее самоуспокоение. Но зная законы жизни, если ты идешь в природу с любовью, с восхищением о ее красоте, с радостью, то можно быть спокойным в отношении безопасности. В горах как раз духовные практики, наработанные человеком в жизни, активно применяются, так как в горах жизнь не виртуальная, а реальная. Природой заложенное чувство самосохранения обостряет все чувства человека, слух, зрение и интуицию. В горах человек проявляется таким, какой он есть на самом деле. И это бесценный опыт. Вот так встреча. Снимая в маленькое окошко фотокамеры, невозможно определить ни габариты, что за животное стоит. Лишь по интуиции можно догадываться. Но съемка прежде всего, попытка посмотреть на животное вне фотокамеры, приводит к моментальному движению объекта, что недопустимо. Беру себя в руки и снова навожу фокус. Рогатина при мне. Главное, чтобы за ней не появилась стая. Но эту мысль я сразу отсек, так как знаю, как только допустишь страх, сразу это почует
и будет вести себя уже иначе. Сейчас она оценивает, кто перед ней. По запаху определяет, распознает свой, чужой. Если испугался, значит жертва. Если нет, то на равных. Все взвесив, она уходит в лес. Понимая то, что она может обойти через лес и выйти снова на дорогу, я решаю возвращаться обратно к реке. С горы спускаться легко, поэтому иду быстро, периодически оглядываясь, не преследует ли она меня. Неизвестно, куда она пошла и с кем может вернуться. Может быть, вернулась в свою стаю, поэтому береженного Бог бережет. Чем ближе к трассе, тем спокойнее на душе. Мудрые животные, дикие. Сейчас произошла встреча, час назад. После этой встречи я еще походил по реке горной, поискал камушки. Ну вот интересно, на расстоянии выстрела, можно сказать, появляется то ли волк, то ли шакал на просеке. Им тоже хорошо бегать по просеке, так как открытое место свободно, как в парке. Бежишь. Ну, для волка маловат размер. Для шакала большой, в общем. Может быть, средний такой волк. Если шакал, то беременная самка. В профиль, когда. И вот встретились, она стоит. Ждет. И я стою, я же ее снимаю. Замер. Снимаю максимально, не дышу, чтобы камера не дрожала. Она смотрит, оценивает ситуацию. Стоит огромный дядька, непонятно кто, с палкой длинной. И вот она смотрит и решает. Она решает, я предоставил решать ей этот вопрос. И вот она стояла и подумала, что лучше не встречаться. Лучше обойти лесом. Ну, так она и сделала. Свернула в лес. И побежала туда. Ну, таким образом наши пути разошлись. Уже закат, солнце клонится к закату, я уже не стал туда идти. Хотел пройти на другую гору, там по просеке. Но я и так уже поднялся на хорошую, приличную гору. Вот сейчас эти горы, вот, которые видны были там, они здесь небольшие, кажутся. Потому что низина, в низине все. Кажется тихо, не так, потому что угол зрения снизу, и поэтому гора кажется, что маленькая. А вот если подняться на соседнюю гору и увидеть всю гору напротив, весь этот Кавказский хребет, который тянется до моря, вот тогда да, тогда это вся высота горы как на ладони. Красота, величественная гора, прямо хребет такой тянется аж туда. Теперь давайте разберем эту ситуацию. Какие были предпосылки к этой встрече? Уже на подходе, метров 200 вниз по склону, я уже стал чувствовать такой легкий адреналин, так как незащищенность всегда настораживает человека и активизирует все его внутренние силы. Осмотревшись, выйдя на гору, я понял, что эта просека вычищена еще раньше, в этом году, поэтому здесь
простор. Высокие деревья растут только на склоне гор. Остальное пространство все усеяно мелкими деревьями, вновь выросшими деревцами, шириной 50 метров. Хорошее настроение, яркое солнце создает легкую эйфорию. И вот последние секунды до встречи. Волчица, видимо, давно увидела меня и в нерешительности все-таки двинулась вперед. Это говорит о том, что она очень сильная и крепкое, выносливое животное в расцвете сил. Но так как я не двигался и не испускал флюидов страха, это ее насторожило. Она решила подождать и изучить человека. Улавливая в воздухе запахи, она определяет, не появился ли страх. Врагов у волков здесь нет. Дикие кабаны водятся далеко от поселка, поэтому она себя чувствует здесь царицей. Оглядываясь назад, она проверяет, нет ли людей сзади нее. Внимание никуда не отвлекается. Она полностью сосредоточена и готова к любой ситуации. Моя попытка взглянуть через камеру не увенчалась успехом. Она развернулась и побежала обратно. Но так просто сильному зверю не хочется уходить с тропы, поэтому она снова смотрит, не побежит ли человек от нее. Но я терпеливо снимаю, она показывает всю свою грацию и силу, становясь боком. Все-таки решает уходить, снова оглядывается. Идет постоянная внутренняя борьба. Она понимает, что идти лесом неудобно, и там могут встретиться другие неприятности. Возвращается в надежде, что все-таки человек уйдет. Снова оглядывается, нет ли здесь засады. И принимает уже решение скрыться в лесу. При такой встрече, если человек побежит, то волчица может и побежать, так как сработает инстинкт хищника. Жертва всегда бежит. Когда я увидел ее в высокой траве, я стоял наверху горы, а она поднималась в гору. Поэтому я был большой, высокий, а она где-то маленькая казалась. Я обрадовался, что появился сюжет. Животное, которое ходит в горах, неважно какое. И на фоне этой радости, и когда удалось приблизить объект с помощью зума, на душе было приятно, что я снимаю животное, и оно не убегает. Как правило, люди так себя не ведут при встрече с волком. Поэтому волчица сделала вывод, что перед ней сильный человек, у которого есть средства против нее. Правильное решение в таких ситуациях спасает животным жизнь. При встрече с охотником ситуация бы для волчицы была иной. Но не спешите стрелять. Дайте возможность зверю уйти самому. А безоружные не убегайте от зверя, если случится такая неожиданная встреча. Посылайте флюиды любви, восхищения красотой и одновременно будьте готовы дать отпор. Тогда будете возвращаться домой всегда счастливыми. До новых встреч, друзья!